Tundra Esports turned Naga Siren. Naga Siren. Вообще не уверен, что это хорошая комбинация Naga плюс Silencer. Мне это сразу не нравится. LOL Steam Market — это торговая площадка аккаунтов. Steam, VK, Origin, Uplay и многие другие. Для покупателей есть специальный бот, который проверяет все аккаунты на их работоспособность. А если ты барыга, то для тебя самые низкие комиссии и моментальные выводы. И не забудь про наш форум, где тебя ждет халява. Как вам идея? Вставить эту штуку между зубов передних. Вот так. Оцените по нормальной. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. По нормальной. У меня только один вопрос. Если медузу не меняли, почему не дровка? 75%, 4 экстра таргета. Extra targets will not receive other attack effects, such as critical strike. Полная хуйня. И только на 25 уровне ты можешь получить как бы модифайеры на сплитшот. Пиздец, слабо. Окей, Mystic Snake. Base damage 200. 6 прыжков. Damage increase per jump 35%. Она бьет чистым уроном по каменным или нет? Раньше била чистым уроном по каменным. Не вижу теперь этого. Мана Шилд. Дэмэдж пер мана 2.5, как и было раньше. Дэмэдж абсорб 70%. И бонус ману дает, кстати. Бонус ману раньше не давало. Это интересно. Спид буст 50%. Блин, медуза выглядит достаточно слабо. О, кстати, интересный талант на 10 уровне. Плюс 0.5 мана Шилд, дэмэдж пер мана. То есть это будет дэмэдж пер мана 3. И в целом замедление это неплохо. Замедление это, наверное, лучше. Ну вот, медуза на всех стадиях хуёвая. На лайне, блять, в мидгейме, в лейте. Она всегда хуёвая, на самом деле. В чем прикол? Учитывая анимацию атаки, которую, как вижу, не изменяли, медузе будет очень сложно добивать крипов на лайне, на котором постоянно экшен идет. Медуза тяжело крипов добивать. Это, ну, это надо, я не знаю, сотни игр ей играть, чтобы хоть как-то научиться. Причем желательно подряд. Она даже крипа на фрифарме вот не добила. А вы понимаете почему? Не потому что чел слабый. Потому что это очень душный герой в плане ласт-хита крипов. Это, ну, прям вообще ультра душный. Кошмар! Ну, ладно. Но это... О чем он думал, когда это делал? Возможно, он забыл, что у Эмбера миллион дэмэджа теперь с Slight of Fist'а. 115, блядь. Ну реально, супер странный пик медузы. Пиздец, блядь. Сейчас зарунят этой медузой мне ставочки все. И за одной день. Если не будет 3-0, да? Или что, не думаю, что дроху там убивать будут? В тимфайтах, я не знаю. А будто бы медузу не будут убивать, лол. Вы думаете, этот маношилд спасает ее? И просто всю ману убивают. В этом-то и прикол. Типа, оно, конечно, смотрится очень жестким. Это вот дэмэдж пер мана. Но anyway, всю ману выбьют, anyway, ее убьют. С сапогом 320. А у Наги какой базовый? У Наги базовый 330! У Наги базовый выше, чем у медузы с сапогом, блядь. Как вы думаете, кто быстрее нафармит? У кого будет нетворс? Ну, типа... Допустим, когда у Наги будет 15 Net Wars, сколько будет у Медузы? Вот интересно. О! Вот это приятно. Пока я тут ною, ребята заняты делом. Короче, как ни крути, у Медузы невозможно увидеть ни одного плюса. Это реально хуёвый герой. Прям очень хуёвый. Эта команда сильная, но они понимают, что они делают, очевидно. Но герой лютое говно. Не, ну как вообще играть в игру, если герой, смотрите, еле передвигается? Ёбаная змея. Разве змеи не должны быть быстрыми? Хотя, подождите, змеи как раз медленные. Не, стоп. Подожди, змеи быстрые? Не, змеи быстрые, когда прыгают. Во, точно. Правильно? Когда змея так на тебя внезапа и укусила. Ты такой, блядь! И все, ты уже мертвый, да? Потому что тебя уже куснули, у тебя яд пошел по венам. Но передвижение змеи, оно медленное. Правильно? Так что получается жизненно.
Двигаются медленно, они прыгают быстро. Мне больно смотреть на это. У нее сапог и 320. Как, блядь, где баланс? Так Нага тоже змея, подождите. Почему она быстрая? Стоп, подождите, Медуза и Нага это одно и то же. Это тоже Нага. Они обе Наги. Одна Нага медленная, другая быстрая. Так, подожди. Суть в том, что они обе Наги. Это тоже Нага. Просто не сирена. А мне кажется, что как минимум Рошан должен зайти в этой игре, но ставка на Рошана. Эта игра будет лейтовая, тут Рошана будет много. Death with honor. Бля. Ух ты, блядь, какой ты жесткий, чел! Ну, недостаточно жесткий, но жесткий. Что-то у имба спирита игра пошла. Let death become peace. По-моему, ей нужно мом собирать, чтобы нормально фармить. Разве нет? Ну вот разве нет? В чем я не прав? Как ей фармить? Да тем более, когда ты ульту нажимаешь, ты мом юзаешь после этого и нормально. Блять. Спасибо за игру. Спасибо за игру. А как ей без мома фармить? Ну как? Ну она медленная! И 0 ДПС! Ну посмотри на ту хуйню, блять! Как же долго! Этого голема, пока ты убьешь, ты заебешься. Тебе еще ману. Посмотрите, сколько он тебе ману выбивает! Она включила первого уровня моношилд, думаешь, что это хорошая идея. Неплохой ганг. Тут плюс. Это радует, это радует. Но нужно Нагу как-то останавливать. Как вообще можно соперничать по фарму этим героем, с этим героем? Как? Без мома. Без мома никак, блядь. Да даже с момом никак. Понятно, что с момом тоже никак, но с момом хотя бы хоть как-то. Самый унылый герой с самым унылым итемом. Блядь, манта, кстати, такой итем, конечно, посредственный, сомнительный. Когда, где, в какой ситуации ей манта вообще тут поможет? Если ее застанет, нахуй оттуда убежит. Манта и, блядь... Сетку задоджить или что? Ну, понятно, опять умер или что? Или нет? Или что? Делаем, дышим. Ой, хорошо. Тини, только не умирай, только не умирай, Тини. Еще, блин, Шрака добить? Надо аккуратно, у Эмбера много дэмэджа, гайз. Аккуратно, я ж предупреждал, блядь! Там Эмбер опасный. У него сейчас заряд есть. Ну, у него заряд есть или нет, я не понял. У него есть заряд или нет? Боже. А, у него... А! Ты... А, он идиот! Блядь, спасибо тебе за то, что ты даун! Он ждал до последнего и не юзал заряд свой. А он его заюзал, когда... Когда он уже не был мувспида, блядь. Вот тут спасибо. Правильно я понимаю? Он же... У него же был заряд. Он его не юзал до замедления. Вот это было умно с твоей стороны. За это огромное спасибо. Хотя, возможно, Пангольер... Не, а смысл ждать? Не было смысла ждать. Он мог заюзать заряд, да. Пангрир же не может среагировать и диффуза нажать в момент, когда он заюзает иллюзию. Там хуй среагируешь. О, еще один килл. Бля, как хорошо. Как же у них охуенно получается разъебывать карту? Как они хорошо юзают эту потму и ее инвиз, лол. Ну, Риксар очень полезный. Миллион импакта. Вообще миллиард импакта. МВП. Бля, этот, ну этот герой, это, блядь, пиздец нахуй. Че он в игре делает? Зачем его взяли вообще? Насколько эта команда хорошо играет в целом, но... Но... Это пиздец. Этот герой, этот пик. Бля, это билд вообще из 2008 года. Он и тогда был конченый, поверьте, он всегда был конченый. Манта Скади на Медузу, это всегда, она, это всегда такой был кринж. Не то чтобы это плохо, не в этом дело. Дело в том, что герой говно, эти итемы вообще никак его не меняют. Он такое же говно тупое, как и без них. Как с ними, как и без них. Просто говнище ебаное. Ноль импакта, ноль дэмэджа, ноль всего вообще. Оно-то усиливает Медузу, понятно, он, ну, как бы, с Мантой и Скади Медуза намного сильнее, чем... Блять, ну, в разы сильнее, чем без мата и без Кади. Но нет.
герой это все так же говно нулевое. Независимо вообще, блять. Это немножко плохо, Рексара. Моего МВП хотят убить. Неплохо, дышим. Только тут Сайленс, бля. Эмбера до скилла убили. Восемь сантиней до скилла убили. Так, так. Странный ульт, он уж не работает на этого чела. Сомнительно, ульт немножко. Curse you. Рошан? Да? Да? Батя неграмотно играют, они... Неужели они заберут его без проблем здесь? Бля... Даггер... О, даггер есть. Вот тут циглы. 10 уровень, даггер терпимо. У Рексара почти БКБ. Сейчас бы убить кого-то Эмбера или Решрака и забрать Рошана, изи деньги! Curse you. Кого он утянул? Подождите. Хуя себе умный. Это нормально по-вашему? Ну я не знаю, как по-вашему. Было бы неприятно. На месте анимешки. Все размен супер хуёвый. Пангалер намного более импактовый герой. А чё, на него убьют? Бля, Роксара убили, о нет. Так. Так, ну тут мы наблюдаем импакт Медузы как героя. 0 ДПС. Блядь. У вас два героя сейчас, гайс. Вы понимаете, что если вы тут пробьете файт? Хвала великим всем, хоть и Бэмбер убили. Хвала великим силам. Но как тут убежать? Я не знаю, как тут убежать. Можно... Тут нету ман... Эй, лол. Этот герой настолько бесполезный? А ничего нету? Фух, блядь, хоть Медуза выжил. Пиздец, валидольный файт. Ставки на кону. Шанс на четвертую игру на кону. Опасный файт был. О, у Рексара БКВ. Та-дам! Герой, конечно, блять, такое говно. Прикиньте, это команда, которая реально хорошо играет и исполняет любые пики. Любые пики. И типа... Я так и не заметил, почему этот герой вообще хоть что-то должен делать в этой игре, почему он хороший, почему его взяли. До сих пор не вижу. Просто 0 из 10, блять. Такой говно герой. Один из худших, как и был, к сожалению. Один из худших вообще в целом, вообще. Ботом 15, ботом 20 героев. Герой еще на 300% зависимый от действия союзников. Причем от всех союзников, на 300%. Потому что он сам не может убить никого и никогда. Не может убежать, не может зацепить. Не может быстро двигаться. Не может догнать. Ну ничего не может. Худший герой. По фактам, по фактам. Так, я не понял, каким образом получилось, что Дайер забрали Рошана в итоге? Какого хуя? Блядство, блядское. Вовремя спортарились, гайс. Ну, я не знаю насчет этого файта. Там Аегис у Лишрака. В итоге не говна поели в целом. Ах, блядь. Ну это спейс для Медузы какой-то, у нее скади, вот окей, что? И что? А и что? Блядь, мне сейчас Медуза зарунит все, зарунит день, зарунит жизнь. Врыв Эмбера сомнительно, его будет тонуть сейчас. Байт все-таки, блять, там Аегис, гайс, я не знаю, гайс. Решак странно подставился. Это спасибо, братишка. Ну тут спасибо за такое, подарок судьбы. Аегис отдал, нормально. Опа, вижу его! Крикнет, пари на нее, или не надо? Ладно, наорал.
Нормально, нормально, нормально. Найс. Если еще лишь рака убьют, я буду счастлив. Багалера забрали, к сожалению. Смотри, видите, он снова успевает убегать, блять, она его еле замедляет. Ладно, убили. Чекайте дэмэдж по эмбру. Кор, 18 уровень, около лейт. Чекайте дэмэдж по, блять, по эмбру. Пизда, ёбаный герой мусорный, даунский. Как же бесит, сука. Блять, была бы Дроу Рейнджер здесь! А чё она вообще делает? Она хоть раз ультом что-то вообще зарешала? А может ли зарешать вообще? Так, я собираю Джолнир. Что, в принципе, охуенно, я поддерживаю. И лично я собирал линку и Джолнир. Ну, я начинал с линки, потом Джолнир. Но! Вы же понимаете, что Джолнир не настолько хорош, пока не будет 25 уровня и таланта на сплитшот Uses Modifiers. До 25 уровня еще может дохуя что измениться в этой игре. Собрать Джолнира даже до 25-го, тогда можно будет подышать. Возможно. Чекайте дэмэдж, блядь! Что это? По иллюзиям даже нет дэмэджа. Ну, блядь, ну это невозможно. Но с другой стороны, как бы, типа, можно бояться медузы в лейте, но на самом деле... Она всегда говно героя на любой стадии. Это ж видно. Даже сейчас. Типа, вроде как она купила итемы, а развитие ноль. Это, по идее, неплохо. Magic Resist. Статус резист. Знаете, что ей нужно? Ей нужен какой-то вот этот крутой итем на муспид. Тараска это жестко. Сейчас будет бабочка. Просто я не понимаю, вот честно, как пробивать это. Ну, понимаете, то же самое, что взять просто рейндж крипа. Представьте, что можно было бы рейндж крипу давать итемы. Вот ты положил в рейндж крипа 6 итемов на дэмэдж. Допустим. Да, но это не дэмэдж. Там манта это не полностью на дэмэдж. Скади это не полностью на дэмэдж. Просто ты ложишь это в рейндж крипа, все. Это то же самое, что медуза, по большому счету. Вот и вся, ну, блядь. Она сразу ульту не нажимала, maybe правильно. Потому что они знали, что у них Пангольер готов. Она нажимает ульту или нет? Пытаюсь понять. Они Нагу убьют? Вообще, они просто убили Нагу на ровном месте? Это было вообще странно. Это очень странно. То, как Нага нажала ульт и осталась там, блять, это спасибо за это большое. То есть, теперь она нажала ульт. Блять, как у них это так получается? Как будто они в мозги влазят соперникам. Как Нага решила нажать ульт и остаться там? Да, ее пришел Пангольер сзади подбил, но... Короче, вообще странно. Странные тимфайты у всех. Ёбаный стык. О, хекс у кого-то внезапно! У кого хекс, блять? А, у бестмастера хекс, блять! МВП. Так, ну что, давайте Рошана забирать, чтобы моя ставочка на месте была. Ты берешь одного из самых живучих героев в доте, чтобы собрать ему БКБ. Правильно я понимаю? Чем ты его брал тогда, блядь? Что, нельзя было дропку взять и БКБ собрать? Неинтересно. Так, вот это вот спорный момент. Ну, не спорный, я имею в виду, страшно вырубай. А, нормально. Отмени БКБ, я тебя прошу, будь человеком, не собирай БКБ сейчас. Будь человеком. О, там какой-то новый... Надо почитать. Подожди, я чё понять не могу? А когда Пангольер по тебе катается, ты что, в пермастане получается или чё? Ты не можешь выйти из этой хуйни? Ты просто застрял в ней навсегда, блядь? Лол, разъёб очка. Это хорошо. Так, что это даёт? Cold-blooded. When Medusa is targeted with a spell, a single target Mystic Snake is sent back towards the enemy. Ого! Вот это вот усиление по-настоящему. Ну. Потому что в Медузу очень много спелов кидает. То есть Медузу таргетят очень много спелов, потому что она живучая. И это многое меняет на самом деле. Она действительно, ну, может быть полезна в каком-то смысле, благодаря этой штуке. Потому что можно буквально 5, 6, 7 змей выпустить за один тимфайт. По всем, блять. Мне кажется, они милишно не убьют. Или как? Или убьют? Или как? Или я не знаю, что здесь происходит. Опа, закатился. Maybe они сейчас выиграют прямо сейчас? Я был бы не против. Я был бы не против, что они выиграли прямо сейчас. Хуй с ним, с Рошаном. Сейчас станы будут по КД. Бля, барак, упади. Добей его, просто добей его. Ладно, нормально.
Пошел Майлстром работать. Ну, вернее, Джолнир. Бля, Нагу пробивают даже с бабочкой и Тараской. Это удивительно. Вопрос, как ее пробивают. Найс. Бля, идет все идеально. Идет к 3-0 все. И, возможно, к еще одному Рошану. Как же это будет идеально. И по нетворсам сравнялись Наги обе. Прекрасно. Просто прекрасно. Рошанчика бы еще одного, гайс. Было бы вообще неплохо. Доминейтинг. Что-то слишком рано выигрывать, кстати. Подождите немножко. Рошана бы еще одного. Еще бы, ну, типа, лишние деньги пригодились бы, на самом деле, учитывая... А если объединить Аганим Шард с Аганим Скептором? Будет ли каждый раз вылетать змея, которая превращает всех в камень? Если да, то это ёбнуться можно. Тогда это реально жестко. Base Duration 1.3 и по 0.2 за каждого. Вопрос, да? Если каждый раз, когда ее таргетят с пылом, вылетает змея и превращает всех в камень. Оно так работает? Если так, то это вот на самом деле пиздец, как жестко в лейте. Вот тогда такую медузу в лейте, кстати, действительно сложно победить. По крайней мере, в тимфайте ее точно сложно победить. Ну, типа, хуй даже знает как. Если она будет, когда выпускать эти змеи обратно, которые в камень превращают, как ее победить-то в тимфайте? Тогда никак. Опа, 25-й. Опачки! Сплитшот uses modifiers. Опа! Вот теперь, блядь, по-другому все будет. И до этого им было хуёво. Теперь! Когда ты будешь хуярить по всему и вся, и там молнии будут со всего прокать. О-хо-хо-хо-хо-хо! Вот теперь будет жестко. Ой, без мастера, блядь. Ой, блядь. О, кстати. Как он слышит? Я сейчас... Байбек без мастера. Будет или нет? А, у нее нет байбека, стоп, это... Ну, тут нужно аккуратно. Тут нужно аккуратно, гайс. Бля, вот тут нужно аккуратно, вот тут нужно аккуратно. Ой-ой-ой-ой-ой, тут можно проебать игру случайно. Тут можно... Блядь, нету маны. Еще самое забавное, она... Ой, бля, тут можно проебать игру случайно. Окей, минус Эмбер. Повезло, что критическая ошибка. Найс ульт. Кстати, знаешь, чего я не понял? Хотя ладно, уже не важно. А, так это конец? В теории, медуза могла же заюзать БКБ еще раньше и ультом попытаться спасти без мастера, да. Но она этого не сделала. Еще бы Рошана забрать, вот это было бы вообще идеально, гайс. Не? В принципе, я не против, ладно, хуй с вами, но... Тут лишние деньги, блядь. Там мои деньги вот тут лежат, вот здесь вот. Как в игре, блядь, за 44 минуты с медузой не забрали Рошана 3 раза? Как такое, что... Бля... Что, все, конец? Байбек есть? Это плохо. А, так это конец. Эмбер не байбекнется. Monster kill! Ну все. Godlike! Redemption will be mine! Еле-еле-еле-еле одну ставку выиграл! Одну ставку еле-еле! Выиграл то, что 3-0 они выиграют. Все, что я выиграл. Еле-еле, блять, душа в теле. Ну пиздец. Ну хотя бы 3-0, хотя бы всего лишь 3 игры, хотя бы это. Ладно. Хоть что-то, блять, хоть что-то. Короче, я все так же считаю, что медуза говно в целом, но Аганим Шард плюс Аганим Скептор, как я понял, это вообще какая-то ебанутая комбо, да, и Аганим Шард сам по себе это пиздец. Просто, ну, супер пиздец. Эта команда Tundra Esports ебанутая, она любым пиком абсолютно любой идеей уничтожает. Не ведитесь на то, что медуза в этой игре что-то сделала, это герой полное говно anyway. Все, наконец-то я закончил. Моя работа закончена. Можно выходить и забыть, просто забыть. Фух, просто забыть. Все, до побачення. До побачення, хлопці та дівчата. Goodbye.